Добрый день. Тыквенная или гарбузовая каша. Берем любую съедобную тыкву. Режем ее на дольки, очищаем шкурку. Затем семечки рассыпаем на сушку, чтобы потом перемолоть и использовать в пищу. Режем на кубики. Берем зерно, рис или пшено обычно. Заливаем водой и варим кашку. Когда каша практически готова, всыпаем туда тыкву. Если используем сушеную тыкву, все это время она находится у нас залитая холодной водой. Если жидкости в каше почти не осталось, можно подлить еще кипяточку или горячего молока. Накрываем крышкой и продолжаем варить на небольшом огоньке. Проверяем на готовность. Как только тыква сделалась мягкой, толчем до однородной массы. Если каша варится на воде, можно влить растительное масло. Если на молоке, то безусловно сливочное. Сахарку или меду еще лучше. Немножко соли. Все это перемешиваем и даем еще немножко покипеть, буквально 5 минут. Можно всыпать изюм или измельченные сухофрукты. Каша хорошо сохраняется в холоде несколько дней. Ее можно использовать как гарнир или как самостоятельное блюдо. Можно сварить много и заморозить ее порциями. После отмерзания она ничуть не теряет своих вкусовых качеств. Приятного аппетита вам и оставайтесь здоровыми, пожалуйста.